Победители конкурса «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей» обсудили актуальные темы с Ириной Яровой. Онлайн-встреча с вице-спикером Госдумы прошла в рамках уже традиционного «Завтрака с наставником». Говорили о том, что отличает политическую систему нашей страны от других государств, как она будет меняться в следующие десятилетия и об основных приоритетах развития. Всегда общим главным приоритетом является безопасность. И вы знаете, я была председателем комитета по безопасности, и я могу с полной ответственностью сказать, что безопасность в основе всех человеческих возможностей, потому что личная безопасность, общая безопасность — это обязательное условие к развитию страны, к сохранению развития страны.